Nissan Micra 518. Зимняя сказка. Вот где видно зимнюю сказку в Кудышке. Какая красота! Сегодня 30 февраля 2016 года. Сегодня 30 января 2016 года. Мы едем с малышом Фредди в гости к отцу. Зима скоро закончится, будет весна, будет тепло, зажужжат ручьи. А пока что мы наслаждаемся зимней сказкой погожего последнего январского дня. В сосновом бору, перемешанным с березовым. Наверное, у каждого в городе есть такой вот поселок. Поселок коттеджный, который еще только строится. Многие люди уже живут. За городом, вдали от суеты, рядом с лесом. Какая красота! Как блестит на солнце снежок! Как красиво! И дорога не тряская, потому что все кочки, ямки и камни запорошены и прикатаны снежком. Время посетить родные пенаты. Давно я здесь не был. Гости к отцу. Родителей нужно навещать. Друзья, навещайте своих родителей, они вас так ждут. А вы порой в суете забываете. Забываете о них, что они это самое дорогое, что у вас есть на свете. Всем удачи, всем пока.